Здравствуйте! Заболев простудой или даже гриппом, не печальтесь. Как гласит надпись на кольце библейского царя Соломона, все пройдет, и это тоже. Знайте, существуют некоторые редкие заболевания, от которых не так-то легко избавиться, а порой медицина и вовсе бессильна. Например, врожденная миотония или козий обморок. Из-за генетического отклонения нарушается работа хлорных каналов скелетных мышц. Они начинают произвольно сокращаться, тело охватывает временный паралич и конвульсии. Болезнь вампира – порфирия. Людям с таким отклонением свет приносит нестерпимую боль. Из-за нарушенного пигментного обмена в коже под воздействием солнечных лучей начинается распад гемоглобина. Она покрывается ожогами и волдырями. Болезнь спящей красавицы или синдром Клейна-Левина. Большую часть суток пациенты попросту спят, просыпаясь, чтобы принять пищу, ну, или сходить в туалет. Попытка вернуть их в нормальный режим вызывает агрессию, возможные амнезия и галлюцинации, неприятие шума и света. Чувствую, многие уже примеряют к себе симптомы данного заболевания. Но не обольщайтесь, этим недугом страдают единицы из миллиона. И никакие вы не вампиры, спать надо раньше ложиться и поменьше ночами сидеть в интернете или у телевизора. Соблюдайте режим и берегите здоровье, тогда и простые болячки не привяжутся.